Программа фестиваля в этом году соткана из ярких событий. Музейные инсталляции, ресталища, старинные танцы, театральные представления, концерты фолк-музыкантов, увлекательные квесты, народные игры, мастер-классы, костры, а также фаер-шоу. Настоящая богатырская слобода раскинется в дни фестиваля. Здесь оживет история. Хотите посмотреть, как устроен быт в историческом лагере без атрибутов современной жизни? Пермский клуб исторической реконструкции «Уральские белки» организует грандиозную зрелищную программу. Вся культурная и развлекательная программа бесплатная. От гостей требуется только хорошее настроение и приветствуется внешний вид в лучших традициях старины. Сарафаны, нарядные рубахи, лапти, ленты в косах. Если вы решили жить на поляне, место в палаточном городке 5 на 5 метров стоит 300 рублей. Напомним, этноландшафтный фестиваль «Зов Пармы» пройдет уже в эти выходные 21 и 22 июля в селе Серегово Черданского района.